Лаки Блю Смит родился 4 июня 1998 года, штат Юта. Мама Лаки – бывшая модель, папа – музыкант. У парня есть три старшие сестры, которые тоже стали моделями. Впервые с модельным агентством Смит заключил контракт в 12 лет. К 15 годам Лаки участвовал в съемках для бренда Levi's, став воплощением мечты американских подростков. Лаки активно участвовал в показах, работал с крупными брендами Versace, Cavalli, Fendi, Филиппа Плейна, Тома Форда, снимался для журналов. Лаки Блю знают в Европе, США, в Китае. У Смита более 3 миллионов подписчиков в Инстаграм. Парень играет в группе барабанщиком, которую вместе с сестрами основал в 2009 году. Лаки говорит, что музыка – самая главная его страсть. Всемирная популярность пришла к Смиту в 2014 году, после его появления в рекламной кампании аромата Calvin Klein. Лаки снялся в фильме «Вечная любовь», где играет главную роль. Первой официальной девушкой Смита стала модель Сторми Бри, которая родила 19-летнему красавчику дочь Гравити в 2017 году. Но пара быстро рассталась. В феврале 2019 года Лаки женился на своей лучшей подруге, модели Наре Пелман. 7 октября в семье родилась малышка Рамбл Хани. Сейчас Лаки Блю Смит – один из самых востребованных манекенщиков современности. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии.